председатель жюри фестиваля «Братина» Александр Борисович Стефанович – интересный рассказчик. В его копилке немало историй о Сергиевом Посаде и Троице Сергиевой Лавре. А вот в музее крестьянского быта на Воловой улице он побывал впервые. Виктор Юрьевич Багров, как гостеприимный хозяин, приоткрыл для Александра Борисовича еще одну страницу истории нашего древнего города – о том, как жили-были люди в прошлом веке. В музее нашлось, чем удивить гостя, объездившего почти весь мир. Дело в том, что вот так вот, когда открываешь, и туда клали яйца, чтобы они не проваливались. Яйца на пару можно было сварить. То есть можно было и суп варить? Да, да? Первое, второе. А вот эта штука для чего, допустим? Не испанская? Да нет. Не знаю. Табак рубили на махорку. А вот похожие. Но не для табака. Нет. Это рубили сахар в этой в чайной. Да. Раньше сахар был кусковой. И пили чай как прикуску. Да. А еще как пили? Приглядку. А еще? Со стаком. В накладку. Еще в прилиску. На веревочку вешали один кусочек на всех, который... Я лизнул, вам толкнул, и так по кругу. От слов перешли к делу. На втором этаже гостей ожидал еще один самовар с горячим чаем и дружеская беседа за длинным деревянным столом. Я часто был на разных приемах и встречался и с послами, и с дипломатами, и так далее. И всех, для всех была мечта съездить в Сергиев Посад. Александр Борисович несколько раз возил в наш город ответственных сотрудников итальянского и американского посольств и других иностранцев. Это было потрясающе. Сюда приезжали на Пасху, сюда приезжали под Новый год, или сразу же после Нового года, вот в рождественские праздники. Это было на фоне, так сказать, официозных коммунистических, так сказать, мероприятий. Это было какое-то человечное, духовное такое общение людей здесь, люди были со счастливыми лицами. В конце 80-х годов Александр Стефанович снимал большой фильм для шведского телевидения под названием «Сокровища русской церкви». Картина снималась по благословению патриарха Алексея II и была приурочена к тысячелетию крещения Руси. Русская православная церковь открывает все свои закрома, которые не показывали никогда для телевидения и там еще что-то. А за это шведская сторона дарит две печатные машины, которые будут использованы для печати икон. По словам Александра Стефановича, иностранцев в нашем городе восхищало все – от предметов древности до разнообразия постного стола. Он подчеркнул, что свою историю нужно помнить и сохранять. Участники творческой встречи рассуждали о том, что смена государственного строя и идеологии несет за собой переименование городов и улиц, а ведь их первоначальные исторические названия связывают нас с памятью о предках, напоминая о вечных неприходящих ценностях. Стирая их из памяти, мы многое теряем. Александр Стефанович привел яркий пример уважения к старине, который он видел во Франции. Улица, названная в честь кота, который ходил по ней за рыбой, не меняет своего названия с XVI века. В 17 году, в 1617 году, относительно недавно, 100 лет назад, в маленькой португальской деревне Фатима, там было... Двое пастушков и девочка-пастушка увидели явление Богородицы. Ну, так сказать, так произошло. Они, во всяком случае, про это там рассказывают и так далее. И вот Ватикан построил в этой отдаленной, совершенно диком месте, в диких горах, построил потрясающий духовный центр. Сергиеву Посаду сам Бог велел, потому что здесь, вы знаете, какая у вас история. Вот, и сколько здесь свидетельств прекрасных, значит, нашего исторического наследия. И поэтому всегда буду говорить, и всегда буду... И многие иностранцы, кстати, знают о существовании Сергиева Посада, мечтают сюда приехать и, значит, здесь посмотреть. Всегда буду это, естественно, рассказывать им и советовать пойти в музей. Я буду рассказывать всегда и пропагандировать Сергиев Посад как просто прекрасную жемчужину России. Любовь Лукашина, Сергей Власов, День города.